Смирных руководитель крестьянско-фермерского хозяйства предстанет перед судом. 37-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве. С февраля 2016 по ноябрь 2017 фигурант фиктивно принял на работу нескольких людей, состоящих на учете в центре занятости. Как выяснили правоохранители, на самом деле эти граждане у него не трудились, но на их имена издавали фиктивные приказы и документы о выплате заработной платы. На основании этих бумаг о мертвых душах злоумышленник получил субсидию – почти 870 тысяч рублей. После наслаждения деньгами пришли полицейские и расплата. Расследование завершено. Если вину сахалинского фермера докажут, ему грозит до 6 лет лишения свободы и штраф –